Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот, меня уже не один месяц названивают и говорят, что вечный огонь-то у нас не горит. Но, честно сказать, я об этом знаю, что он не горит у нас. Не горит он у нас уже как минимум с осени. Я вот как-то видел видео, где за место вечного огня поставили телевизор. Ну вот, наверное, скоро нас такое ожидает. Вот он, вечный огонь. Правильно ли это, неправильно? Конечно, я сомневаюсь, что это все правильно. Вечный огонь, если он есть вечный огонь, то он должен гореть. Я думаю, со мной многие согласятся. Такое, это, можно сказать, вопиющее. Вечный огонь, он горит в память вот этих вот людей. Вот они здесь все есть. Это вот одна стела. Вот слава воинам, землякам. Вот. Достойны они вечного огня? Нет, хотелось бы узнать ваше мнение. У нас вот есть такая вот бронетехника стоит. Такая вот памятник. Вечный огонь уже давно не функционирует. Вот. Давно это с осени точно. Так что как-то так. Скоро у нас 23 февраля, праздник. Вторая стела с именами. Это ради их горит вечный огонь. Должен гореть вечный огонь. Ну, как-то не по совести это получается. Лично я так считаю. Вечный огонь он должен быть. А то, что он уже не горит несколько месяцев, это как минимум. Если он неисправен, исправляйте, елки-палки. Какие проблемы? Зачем уже так насмехаться вот над этими именами? Вот эти имена и вон те имена. Вот, наверное, все на этом. До новых встреч, ребята.